Всем огромный братский салам, меня Омар зовут, и сегодня в связи с тем, что канал стал приносить все больше подписчиков, и видео становясь все популярнее, мы решили создать свой собственный контент. И в связи с этим, чтобы было хорошее качество, мы заказали новый телефон, iPhone 14 Pro Max. Благодаря Omico Market, это не реклама, просто вот так покажу вам. Они за час доставили телефон, новый телефон в запечатанной коробке. Сейчас мы его распакуем и посмотрим, какой он на самом деле. Распаковка. Она вот так запечатанная, сверху и снизу. Сейчас берем и отрываем верхнюю часть. Так приятно, да? И отрываем нижнюю часть, вот так вот. И вот по легенькому вот так потихоньку открываем. Вот она, красавец. И заодно проверим, оригинал или подделка. Я думаю, подделка они не отправят, потому что магазин официальный. Магазин не продаст по-любому подделку. Но все же проверим. Вот внешняя пленка. Вы знали, как это, если бы вы знали, как это приятно вот так. Да, красота. Вот она. Включаем. По размерам, да, она больше, чем Pro. И черный цвет просто придает ему шикарный вид. Вот она. Hello. И сейчас на разных языках она пишет слово hello, типа привет. Выбираем язык. Русский. Регион. Азербайджан. Установка языка. Быстрое начало. Настроить вручную. Письменные. Предпочитаем языки русский, азербайджанский. Продолжить. Wi-Fi нам не надо. Все остальное сейчас мы, как сказать, настроим Wi-Fi и начнем настройку. То в коробке. В коробке зарядный вот шнур. Не устройство, а просто шнур. И это просто игла для того, чтобы снять номер. Вытащить номер. Скорее всего. Да. Адаптер, к сожалению, они не дают. Для этого нужно дополнительные деньги отдать магазину, чтобы они дали нам адаптер. А она и не из дешевых. В общем, за использование 5 дней этого телефона я понял одно, что этот телефон просто шикарнейший. Но он слишком огромный. Для тех, кто любит компактность, лучше пусть берут Pro версию. И еще одно, с этим телефоном мне дают адаптер. А это, я думаю, огромный плевок в лицо этого человека, потому что за такие деньги не класть в адаптер в коробку, это огромное неуважение. И еще одно, чтобы узнать оригинал или подделка телефон, не нужно его сравнивать с другими телефонами, как на многих видео. Для этого просто нужно ввести, как называется, серийный код этого телефона, определенный сайт, официальный, там тебе покажут, оригинал этот телефон или нет. А сайт я поставлю в описании этого видео. Всем пока, подписывайтесь на канал, поставьте лайки, будет много интересного.